Привет, дорогие мои зрители. Я сейчас проезжала мимо и увидела вот это объявление. Гараж сейл. 22 сентября. Весенний сейл. И, конечно, людям даже не надо давать объявление в газету, потому что очень удобно находится прямо. Видите, вот улица, а здесь начинается гараж сейл. Чтобы привлечь внимание, люди повешали шарики. И, конечно, очень-очень мало вещей здесь, потому что у нас бывает такое, что на гараж сейлах люди продают столько много вещей, что больше, чем в магазине. В общем, продают вот этот набор. Вообще практически диванчик практически новый, вообще просто в идеальном состоянии. Я спросила, за сколько они его продают. $150. А вот это, по-моему, подушки, которые меняют цвет. Ну-ка, точно. Вы видели такие подушки? Смотрите. Раз. Вот. И не знаю, будет вам видно или нет, вот такая красота. Посмотрите, так они темно-синего цвета, а вот так поворачиваешь, и они становятся золотого цвета. Вот такая красота. Ух, ничего себе! Ой, дорогие мои, слушайте. Сейчас утро, солнышко сияет, и они нагрелись, они просто горячие. К ним уже еще немножко, и невозможно будет притронуться. Так, поехали дальше. Тут стоит стол. Стол со стульями. И вот этот целый набор они продают за $150. И вы знаете, мне очень понравилась одна вещь. Я такого никогда не видела. Видите, вот это вот такое кресло подвесное, вязаное. Видите? Вот такая красота. Можете привязать его за дерево. В принципе, даже такое можно привязать к потолку дома. Они сказали, что это практически новое. В магазине они отдали за него $300. Сейчас они его продают за 80. Но я вообще-то сомневаюсь, что они его за 80 продадут. Скорее всего, за 50. За 50 кто-нибудь купит. У нас пачка сигарет стоит $50. Ну, вообще, конечно, классная вещь. Потом я хотела купить селфи-палку подводную. Но я не знаю, стала бы я. Я обычно это не пользуюсь. Вот. Но они хотят за нее $10. Потом здесь продают PlayStation 2. Tell me please, how much PlayStation 2? А вот эту вот PlayStation они продают за $20. Говорят, все в хорошем состоянии. Так, ну вот это они видно, это видно изыгранное уже. Джойстики, это все, могут и не играть. Так, сейчас я открыла, как мне это закрыть. В общем, ладно, там консоли находятся. Так. А вот женщина еще потихонечку выносит.
Здесь она продает украшения. Ремешки. Сумки. Кожаная сумка. Аэротон. И еще один аэротон. И это что такое? И спирит. Полароид. It's a very old one. The lady from Italy, huh? The black dress. Так, здесь продают скрипку Страдивари. Уверяют, что она очень старая, в чем я глубоко сомневаюсь. Сейчас я вам... Да? Вся пластика с нее облезла. Продают за $100. You need to remove it here, because it can falling down. 20. 10 would do. Как она может быть старая, когда когда у нее... You know the 425? 30, because I even originally say 100. My daughter just... Да. В общем, тетка спрашивает $100, бабушка стоит, говорит, я тебе дам за нее 25. Ну, в принципе, она даже 25 не стоит, потому что это модерная скрипка, и у нее пластика облупилась. Так, сейчас я пройду сюда, еще они продают одежду. Tell me please how much your shorts? $10 each. But the more you buy, the better price we give. You know, what why I'm upset? Because it's size 36, I need size 32 or 34. It's a little bit big. I might even have some 34 here, I can have a look. No, I'm look already. Oh, no. Already look? Okay. Yeah, yeah. Yeah. Видите, парень продает свои шорты. Zoo York. Это хорошая фирма. Шорты вообще, конечно, шикарные. Я бы их... Он спрашивает за них $10. Но они большие. Очень хорошие шорты. И говорит, если ты больше купишь, я тебе отдам дешевле. Так, что тут еще? Тут я не вижу, что. Джордана Хакис. Ну, наверное, все шорты по $10. Опять Zoo York. Ну, вот все 36 размера. Очень жалко. Потому что вот эта фирма выпускает очень качественную одежду. И она, так я вам скажу, не из дешевых фирм. Zara Man. Костюм. You can have it for 25 then. It will be useful to your
This will be used for the, your grandson's daughter. For my grandson. A grandson. Fletcher Jones. Леви Страус. Ну-ка, какого они размера? Может, поменьше. Может, поменьше. Ну ты, боже мой. Замоталась я, запуталась. О, а тут я и не вижу, где размер пишут. Не вижу, дорогие мои. Размер от меня спрятался. Так. А вот эту фирму я даже не слышала. Посмотрите, какая. Джей Линдеберг. Стокгольм. Ну, это тоже очень хорошего качества. Но он, наверное, все это по $10 продает. Но если предложите 5, я так думаю, он это и за 5 отдаст. Так, ну-ка, рубашки. Рубашки я уже спрашивала раньше у него. Вот это вот Лакоста. Лакоста. Рубашки по $10. И еще одна Лакоста. Пола. Адидас. Пума. Найки. Ну, в общем, у них все брендовые вещи. Так, здесь куртка Refugee. Это я не знаю, правильно я читаю. Refugee, не Refugee, но вообще по-английски Refugee – это беженцы. Ну да, наверное. Одежда такая, знаете. Вот. Дорогие мои, я уже начинаю заговариваться. Вы знаете, что я оделась? Погода-то дурная. Ты утром встал, а сейчас утром сегодня было 6 градусов, а сейчас, наверное, буквально вот, я не знаю, там за час, за два, сейчас, наверное, 25. А я оделась по-зимнему. И я чувствую, что меня так припекло, что, по-моему, этот. Сейчас тут солнечный удар хватит. Так, люди потихонечку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Вон что продали. Видите? Слушайте, ну... Да. Так нечестно. Вот то бы я купила. Это очень дорогой пылесос. Очень дорогой пылесос. Пока я видео снимала, они его... Смотрите, вот этот вот. Конечно, дорогие мои, знаете что, я, наверное, с вами буду прощаться, потому что если этот мужик... Ай-яй-яй-яй-яй. Дяденька, не покупай, дай мне его купить, потому что это самые... Хорошие пылесосы, называется Dyson. Очень рекомендую. Конечно, дяденька, не покупай, мать твою. Я хочу его купить. Видите, пока видео снимала, сейчас из-под носа уведут. Ну все, купил. Вот ты. Дорогие мои, буду с вами прощаться. Мать его. Сейчас я спрошу, за сколько продали пылесос.
В магазине такой пылесос стоит $500 где-то. Ну, так нечестно. Ай-яй-яй-яй-яй. Увели из-под носа. Одно расстройство. Вот так. С вами была Элла Австралия. Дорогие мои, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Не понравилось — ставьте дизлайк. Чао. Пока. Дорогие мои, купила я вот эту палку-моталку. Так что она можно под водой снимать. Сказали, только нужна батарейка, и они платили за нее $100. Вот, видите, вот такая я, вот такая я. Пылесос увели. Спросила, за сколько продали. Они, знаете, за сколько его продали? За $50. Мне говорят, мы платили его, платили за него в магазине $600. Мать его мать. Вот, ребята, какая я лаки. Пока хожу видео, снимаю, все перед носом у меня уводят. Ну и опять чао, какао, мои дорогие. И с вами была, конечно, Элла Австралия. Пока. Наш охеревший сосед. Точка.